кто говорит по-русски, кто говорит по-русски. Я хочу плакать. Сейчас я нахожусь в больнице Хасун Государственного университета Чоннам. Тут очень много пациентов из разных стран, особенно из России тоже. Почему? Ну-ка, пойдем, я покажу. Да. Если вы из Сеула приезжаете сюда, вы чувствуете точно, тут очень хороший воздух. Вообще не сравнивается с Сеулом. Если вы приезжаете в Корею и посидите в больнице, обязательно надо проверить этот КАВ. Это единственная международная система от корейского государства. Обязательно проверите, пожалуйста. Тут много пациентов и людей, болеющих раком, поэтому я буду немножко спокойная, это понимаете, пожалуйста. Поэтому сегодня я хочу пройти. Говорят, что между женщинами очень часто появляются эти болезни. Первый – это рак щитовидной железы в Корее. Второй – это рак груди. Я хочу проверить себя, немножко больную. Всем желайте, что я буду здоровая. Надо написать свою информацию. Руки чисто. Огромная больница. Сегодня я для вас буду русской. Я не понимаю по-корейски, я не кореянка. Если я иностранка. Кто говорит по-русски? Здравствуйте. Здравствуйте, говорите по-русски. Вот эта матрешка Аленка, которую я очень обожаю. Вот это узбекистанский флаг. Значит, тут очень много пациентов из СНГ стран, да? Я тысячу раз повторяю, это знак КАВ-КАВ-КАВ, потому что это насколько важно для иностранцев. Да, и эта система используется правительством Кореи. Вот это очень сложно получать. Наличие марки КАВ. Хочу пройти тест обследования щитовидной железы и груди, потому что между небесами очень часто появляется. Возьмите меня туда, где делают обследование. Это очень правильное решение. Я вам помогу. Поднимаемся. Хорошо. Сначала давайте пройдем регистрацию. А регистрация? Да. Я в России очень много делала регистрацию. Все на русском языке написано. Защита частной жизни. Интересно, это находится где-то 4 или 5 часов от Сеула, но русские пациенты из России приезжают в Корею и потом до сюда приезжают. А с Сеула 5 часов. Второй этаж, да. Второй этаж. 네, 오늘 어떤 것 때문에 오셨을까요? 제가 이제 네. 곧 결혼을 해가지고 좀 검사하려고 왔거든요. 에타 시타비나의 젤리에자, 이 에타 시에야, 이게 목이죠? 예. 이게 목이고, 네. 이쪽은 또 나호지타 시타비나의 젤리에자. 목이 아프시다고 해가지고 뭐 꼭 갑상선에 문제가 있다 그렇게 생각하시는데 그건 아니거든요. 네. 네. 증상이 없이 우연히 이제 발견되는 경우도 많아요. 진짜요? 네. 매 심토마 тоже появится. Какие симптомы появляются, когда заболевание есть в щитовидной железе. Я правильно говорила? 부풀어 오르는 그런 기간에 목소리가 좀 변한다든지 통증이 있을 경우에는 암보다는 어떤 염증 소견이 심하기 때문에 병원을 가야 돼요. Если вы чувствуете боль, тогда это больше всего воспаление, поэтому бегите в больницу. 하시고 제가 그 검사 결과에서 설명 드리겠습니다. 아파요? 아니요. 그럼 пойдемте проверить состояние. Поехали. 감사합니다. Готовы пройти обследование? Что мы будем делать? Мы сегодня пройдем с вами УЗИ. Для начала нам нужно будет перед обследованием одеться. Туда надо, да? Да. Как вам
Это корейский костюм для больницы. Ну, страшнее стало, потому что я переодевала так. Не страшно. Вы готовы к обследованию? Страшно. Сама не ответите? Мин Кёнхая. Мишипи,확인하겠습니다. Опционка,준비하겠습니다. Так вам нужно будет снять, значит, кушать. А, чуанте, гакай, ошибуё. Сейчас будем проверить УЗИ груди, молочной железы. Хорошо. Вообще не больно было. Вам повезло, что вы иностранка. Мне повезло, потому что я русская. Да, потому что это обследование, чтобы, значит, пройти его, нужно бронировать заранее. А заранее? Да, так как у иностранцев, значит, мало времени, им нужно пройти все в короткий срок. Наша больница может предоставить этот сервис. О, потому что я русская. Да. Для меня это как хорошо быть русской в Корее, да? Наша больница получила аккредитацию КАП, поэтому вы можете ни о чем не беспокоиться, довериться нам. Как вы прошли обследование? Все хорошо? Да, хорошо. Не боялась, вообще не больно было. 공간이 너무 컴컴해가지고 무서웠을 수도 있는데. Приятно было, потому что они еще чили еще, поэтому вообще не переживала. 부상선 초음파 하셨던 부분은 특별하게 문제였습니다. 아주 끈끈해가지고요. 아, это так неровко. Я все понимаю по-корейски и через нее слушаю. 부상 초음파 영상은 보시면 특별하게 보이는 부분 없습니다. 아주 깨끗해가지고요. 중간중간에 본인이 이제 자가검진하는 것도 중요하거든요. 그 할 수 있는 중요한 시기가 있는데 이제 생리가 끝나고 한 일주일 후 그때가 아주 좋은 시기여가지고. 혹시 если вы что-то у себя нащупаете, тогда нужно идти срочно в больницу. В порядке, вы можете ни о чем не беспокоиться, вы здоровы. Спасибо большое. Больница слишком большая, очень устала. Тут как аэропорт. Я очень волнуюсь войти туда, потому что в Корее это лес называется магический мистерический лес. Почему? Потому что из разных стран и из разных городов приезжают корейцы и иностранцы, чтобы лечиться. Потому что это лечебный лес. Говорят, что лечебный лес это 8 километров. Поэтому если вы полностью гуляете, это занимает примерно час. Пойдемте, я покажу. Скорее, это магический лес. Все. Как-то у меня душа очень спокойно стала. Я не знаю, я хочу плакать от красоты. Я хочу плакать, очень красиво. Многие пациенты уже прошли это место и говорят, очень долго запоминают. Встречилась администратора этого магического леса, он спросит, действительно был эффект улучшения после того, как пациенты прошли это место. 환자들이 이곳을 방문하고서 병에 대한 호전이 있었나요? 이 숲과 특히 나무는 그린 닥터라고 하듯이 특히 이제 스트레스 해소라거나 우리 암환자뿐만 아니라 암환자를 돌보는 이제 간병인들, 보호자들도 굉장히 도움을 주는 곳이고 일반 사람들도 와서 그것들하고 굉장히 치유에 도움을 주는 곳이어서. 네. Я все прошла обследование, и слава богу, у меня очень здоровое тело. Я хорошо ухаживала за телом, Кёнган молодец. И я очень хочу посоветовать такой воздух свежий вообще. Как-то в Байкале я чувствую такой свежий воздух. Когда вы посетите различными медицинскими учреждениями, обязательно проверите это знак. Кав. Посетить медицинского учреждения, которое было строго и тщательно проверено корейским государством, правительством, это было что-то новое для меня. Как узнать? Это можно узнать через веб-сайт руководства медицинской интеграции Кореи. Поэтому я оставлю ссылку прямо сейчас. Клик. Нажмите, пожалуйста. Аннян.